Всем привет, друзья. Ну как у вас дела? У нас, в принципе, все хорошо, но последний месяц на рыбалку не выезжали. Были морозы весь январь, покрылись льдом все озера, все реки, и так получилось, что лед тонкий. Мы и на лед не можем выйти порыбачить, там флажки поставить, и на карповую рыбалку не выезжали, потому что жидкой воды не было. И вот неделю назад пришла небольшая оттепель, и лед тронулся, некоторые озера и реки растопило. И вот буквально вчера еще здесь наполовину водоема был лед, а сегодня уже льда нет. Поэтому мы, конечно же, первым делом выехали на рыбалку, хоть я и немного приболел. Утром приехали, было солнышко, закинули все снасти, немножко прикормили и уже даже поймали одного небольшого карпика. Но вот сейчас время 11 часов, и у нас пошел снег, хотя по прогнозу его не было. Снег, с дождем, погода опять меняется, но у нас есть еще время до вечера, и я думаю, шансы также есть поймать какого-нибудь карпа покрупнее. Так что давайте продолжать нашу рыбалку. По поводкам связал дома флюорокарбоновый, крючки 6 номера, такая классика, флюорокарбоновый поводок, крючок Хаябуза шестерочка и мягкий волос 10 лб. Ловить будем в заброс, поэтому я в заброс ловлю только на флюорокарбоновые поводки. 4 штучки, 4 удилища у нас. У меня, точнее, у Саши 3. Заряжены сегодня, должны поймать рыбу. Так, 4 поводка готово. По насадкам. Конечно же, это свит-сквит. Это топовая насадка, которая работает весь год. Потом здесь у меня и клубника, слива и мандарин. По 3 баночки уже по чуть-чуть осталось, я в одну пересыпал. Вот, поэтому возьмем сливу. Слива здесь тоже хорошо работает. Слива и клубничка. Нет, все-таки мандарин. Мандарин одно время по холодной воде тоже хорошо стрелял. В авторсы волос поднимают, но крючок лежит на дне. Хаябуза шестерочка не нажали, даже лежит, а просто на дне. Возьмем 3 стика GBS, это готовые стики, рабочие тоже хорошо пахнут. Они такие не маленькие, но 110-120 жесткими палками можно докинуть. У нас как раз дистанции 120, это дальняя бровка, дальний берег, и ближние дистанции это 55 и 50 метров. Я здесь на этом секторе уже много раз ловил и все дистанции знаю. Так, надо одеть противозакручиватели на поводки. Я их всегда такие вот маленькие использую, чтобы они не поднимали часть поводка. Бывает, большие, воздух остается, и они вот эту вот часть приподнимают. Поэтому я всегда использую маленькие. Монтаж вертолет пока неизменный. Всегда ловлю на него. Вот таким вот образом. И сюда грузик. Грузик тоже всегда снимаю, чтобы в чехле удилища не царапались. Так, здесь это кратус удочка, она такая более мягкая, и со стиком по тот берег я не докину. Но мы когда приехали, здесь рыба гуляла и по центру, прям такие разводы были. Рыба активная. Возможно, конечно, это толстолобик. Но обычно в это время года толстолобик так не гуляет. Поэтому эту удочку пока так примерно на середину. Метров на 45. Это рабочие точки здесь. Они летом тоже работают. Но проверим их и сейчас. Но так вообще обычно в холодное такое время года работает тот берег, вот там резкая бровка, и рыба часто стоит под этой бровкой. Так, здесь
У нас тоже вертолет с одной бусинкой. Я не использую вертолет с двумя бусинками, считаю это неправильно. С одной бусинкой как-то и не путается. Так, и это удилище у меня от CarPro RAM. Оно жесткое, дальнобойкое. Тест у нее 3,5 ОС, по-моему. Тут не написано. В общем, 140-145 грамм и даже, по-моему, 150 грамм. Ей можно легко кидать. Сейчас у меня 130 плюс стик. И, по идее, нужно докинуть до того берега. У меня есть ориентир, это вот это вот дерево. И можно на него и чуть-чуть левее. Первый заброс я, конечно, еще не раскидался, но это как раз перед бровкой. Ну, нормально, но вторую надо чуть дальше кинуть. Сейчас как раз раскидаюсь, и будет нормально. Здесь леска 0,30 стоит, она, конечно, летит не супер. Друзья, первая поклевка. Думал, заглючил пейджер. Что-то какая-то непонятно. Видишь, Саш, тот берег. Вот докинул я ей, и все. Но рыба не крупная. Тузик, но зато отклик есть. Но у меня там же лежит, подожди, две палки. Да, да, я же тебе тоже докинул. А я еще по удилищам смотрю, они что-то, понял, так натягиваются чуть-чуть. Да, но этот, мелкая рыба запускная вот эта вот. Мат не будем прочитать? Да нет, сейчас, ну сейчас посмотрим. Ну что, зато первая рыба, считай, сезон открыли. Ой, а у меня никак сегодня не идет дело. Ну это со стиком клюнуло. Перекинуть можно? Да не, пусть стоят. Я что-то тебе хорошо кинул, прям, первую, да, прям куда надо, да. Да, у меня это и третья уже, по-моему, тоже неплохо легла уже. Да. Я клип даже поставил, по-моему. Ну да, это тузик. Малыш вообще. Да и пацак ему не нужен. Да, это. Это карась. Но зато первый сезон открыт. Себе. Да не, это карпик. Но я имею в виду размером карась. А по-моему карась? Не, это карпик. А, карпик. Да, маленький карпик на сливу клюнул. Карась, вот хотя бы. Витосу отправим. Сезон открыт. Да. Отпускаю. Ну, что, зато, блин, клюнула рыба. Сейчас и покрупнее поймаем. Беги отсюда. Поэтому, наверное, не клюет. Но у меня вторая тоже без стика. Мы сейчас подкормим, я тебе говорю, сейчас мы рыбу расшевелим. Так, ну рыба клюнула со стиком. Одна палка по тем берегам у меня со стиком, другая без. Поэтому мы сейчас еще раз стик оденем и закинем также со стиком. Ну я удивился, то, что так рано клюнула. Ну, блин, рыба... Я не взял вторую пачку. Рыба, взял, конечно, не крут. Ни сетку не взял, ничего не взял. Ну, я думаю, что я забыл. Ну, ничего страшного, потому что здесь... Мы ладно, сейчас... кормом сейчас можно. Да, мы корм кинем. Поводки у нас ферокарбона, они не путаются, поэтому... Просто корма много кидать не будем, так. 4 ракеты туда, 4 другое место.
Ну, раз рыбка проявила активность, поэтому мы сделаем прикормку и подкормим. Здесь вообще летом, такое теплое время года, рыба очень любит корм, и она очень хорошо реагирует на звук спомба. Если рыба не клюет, кинь пару спомбов в точку, и она обязательно клюнет. Бывает такое, что 2-3 спомба кидаешь, и сразу поклевка идет из-под спомба, потому что рыба уже привыкла, она знает этот звук, она знает, что здесь корм, ее кормят. Ну и плюс, у нас нет ветра, штиль, и я думаю, возможно, с помощью прикормки, с помощью этих звуков спомба рыбку можно расшевелить. Поэтому мы сделаем прикормку, хорошую ароматную, но не насытную, чтобы карп не насыщался. Здесь у меня немножко осталось опарышей и червячков. Живой компонент тоже в холодное время года очень важен. И боликов. Кстати, вот круша речманки и ведро и шарк. Оно подходит, классно встает, и можно заменить ведро речманки временно, пока его нет в наличии. А можно и на постоянной основе, оно ничем не отличается. Главное, чтобы подходило. Но и шарковское ведро не встает в станцию с помп. Поэтому здесь у меня есть ведерко Fox, в которое мы нашу прикормку пересыпем, чтобы удобно было кормить. Итак, закормим бойликами, зальем ее жижей, дипом, чтобы она была ароматной, потому что в холодное время года все эти дипы и пищевые сигналы плохо распространяются. Здесь у меня миненко сквит, сквитбери, по-моему, да? А, нет, сквит-октопус. Двадцатки, но мы их на круше помолим, сделаем мелкую фракцию и будем кормить там, ну, по 5 спомбиков, там, а там будем уже смотреть по рыбе. Конечно, надежда есть поймать рыбу покрупнее, хотя бы такую, килограмм 7-8. Пылики, конечно, очень плохо крутятся рукой. И нужно насыпать их по чуть-чуть, потому что они очень-очень твердые. Все, хорошая фракция получилась здесь, и мелкая, как сыпучая прикормка, и половинки, четвертинки, ну и червяки, опарыш тоже тут есть. И все это зальем аромой, тоже одноименной, сквит-октопус, чтобы усилить запах наших бойликов. Так, немножко осталось. Сейчас тоже в свои точки пару штук кину. Большой спомб, как раз долго кормить не надо. Но для этого нужна хорошая палочка. Здесь у нас Fox Горизонт X5 спот клипса под тем берегом. Ну, метров 120. Большой спомб. Первый раз кидаю такой палкой мощной. Я не докинул. Немножко подпривыкнуть надо. Сейчас клипсы положу. Не, не докинул. А, не, докинул, да.
Большой спом хорошо летит. Ну, конечно, подпривыкнуть еще чуть-чуть надо. У меня-то спом мягкий. На камеру не сильно видно, но вот он, первый снег на Кубани в этом году. Как раз тогда, когда мы выехали на рыбалку. Красиво, конечно, но потом все мокрое будет. Да. Опустила, друзья, опустила. Снег. Первый раз в жизни у меня поклевка в снег. Но опять не крупная рыба, но она клюнула в снег. Это пипец, первый раз такое. Тузик опять, но офигеть, снег рыба клюнула. Представляешь? По-моему, покрупнее, чем тот, или такой же. Вот так в снегу весь. Вообще красиво, да? Надо сейчас пофоткать что-нибудь. Да сейчас доведу. По-моему, там такой же, маленький. Да, такой же. Не нужен подсак. Маленький. О, карась. Карась красивый. Карась. Настоящий карась. Снег клюнул карась. Да, здесь караси тоже хорошие. Блин, ну если карась клюет, то и карп должен. Они же... Ну да, они кормятся одной базой. Да. Перезабрасываем. Лед тронулся. Значит... Да, брат, чуть-чуть бы поувереннее. Значит, и карп должен быть. Карась клюнул, нифига себе. Фух, снег, конечно, кидать не очень приятно, все за шиворот летит. Масло, я какая сейчас сыпала? Вот это 028. Всего снега как и не было, как выпал, так и растаял. Только все вещи теперь мокрые, потому что я забыл зонтик. И теперь дома все придется сушить, все мокрое. Ну ничего, это ж рыбалка. Сейчас перезабросили снасти, кинули прям под берег, уже раскидались и положили удилище прям четко. Да, собачку покормили, голодную не оставили. Но ей, конечно же, мало. Надо еще. Кстати, друзья, у нас в телеграм-канале, в группе проходят разные розыгрыши, где вы можете выиграть палатку, шатер, ротподы, механику, дайка, сигнализаторы Fox, удочки там и очень много других разных призов. Люди уже выиграли, уже получили свои призы, радуются. Поэтому, если хотите поучаствовать, я ссылку оставлю в описании. Заходите, читайте правила. Участвуйте, и пока зима, выигрывайте новые крутые снасти. Ну, это карп, Димон. Угу. У нас очередная поклевка. Как раз во время еды. А у нас сиськи не заряд? Но я их выключил. А, нет, не сильно крупные. Ошибки прошлого учел. Димон, куда пошел? Ну такой более-менее, ребят, нормальный клюнул. Ну как, по сравнению с теми, что я ловил.
чуть больше килограммчика, наверное. За нижнюю губу по центру, как положено. На вафтерс, это с этим, с перчиком, который фуфуемовский. Надо, чтобы прям отбило. Карпятники, всем привет! Ну что, наконец-то пришла моя очередь открыть сезон 2023. Потому что Виталий с Димой уже поймали рыбу, а у меня что-то последние 3 рыбалки были в холостую. Но этим зимним днем мы решили выехать на жуки. И порадовал меня небольшой, но красивый и долгожданный трудовой карпик. Красавец такой. Хоть и небольшой, но удовольствие он доставил и принес одну радость и надежду, что этот сезон у нас будет намного лучше.